В Нарьян-Маре прошел форум многодетных семей, приуроченный году ребенка. Сегодня в регионе проживают около 800 семей, имеющих трое и более детей. У каждой из них свои радости и хлопоты. О том, что заботит многодетных родителей, в нашем сюжете. Пять. Кто? Нас. Вова, Леша, Рома, Сережа и я. А твоим братьям остальным сколько лет? 12, 2, 17, 11. Максим – третий мальчик в семье Карпицких. Любит рисовать, читать, заниматься творчеством. У его старших братьев интересы уже другие. Вова с азартом чинит сломанный шкаф, а Сережа чувствует себя хозяином на кухне. Обычно я помогаю по кухне там наводить порядок, вытирать со столов. И еще с малышом гуляю. Да. С малым. Многодетная мама старается вырастить сыновей самостоятельными. По мнению Светланы Алексеевны, поможет в этом опыт родителей со стажем. На форуме многодетных семей таких пар больше трех десятков. Мне бы хотелось, чтобы многодетные семьи больше общались между друг с другом, общались больше. Куда-то ходили в какие-то походы, устраивали чаепития. Потому что так здорово, когда дети общаются, играют. Ну и вообще развиваются не только в семье, но и в обществе. Многодетным семьям важно и общение с властью. Сегодня к этой ячейке общества большое внимание со стороны администрации региона, города и муниципалитетов. Форум – это один из инструментов взаимодействия между семьями многодетными и властью. Потому что все равно проблемы существуют, их надо решать. И здесь мы можем услышать вот эти вот проблемы из уст многодетных семей. Свои предложения и пожелания мамы и папы озвучивали на круглых столах. Темы самые популярные – предоставление медицинских услуг, дополнительное образование и социальные льготы и выплаты. Округу, конечно, огромное спасибо за поддержку, за то, что оказываются такие меры материальной помощи, да, вот всякие пособия на детей. Без этой помощи было бы намного труднее нам жить. Все-таки мы квартиру в ипотеку взяли благодаря вот этим субсидиям, которые еще выделялись в том году. В новых экономических условиях маму четверых детей волнует стоимость проезда на общественном транспорте. В семье двое школьников, которые ездят на учебу и дополнительные занятия всю неделю. Как пояснили в плановом отделе АТП, в новом году в городском транспорте для школьников будут действовать скидки. Студенты, которые обучаются по очной форме обучения, и дети в возрасте до 18 лет, которые в школах учатся, они будут иметь скидку до 50% от установленного тарифа. То есть, если на сегодняшний день 40 и 30 рублей, значит будет 20 и 15. Эта льгота будет действовать только на межмуниципальных маршрутах 411 и 413. Будут льготы и для малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей. Были вопросы и по земельным участкам. Возможно ли отмена трехлетнего срока на получение земли для приемной семьи? Или замена земельного участка на денежные средства? Притча во языцах – большое количество справок, которые необходимо предоставлять на каждую из выплат. Их предлагают заменить единым базой данных. Все предложения многодетных родителей занесены в резолюцию и будут рассмотрены уполномоченными органами. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, телеканал «Север».